Привет тебе, о благороднейший султан! Привет тебе, о кладезь знаний об Аллахе! Привет тебе, о истинный знаток! Привет тебе, о жизни эликсир! Привет тебе, о милость для миров! Привет тебе, о грешников заступник! Раби Аль-Авваль, Мавлид Ан-Наби, месяц рождения пророка Мухаммеда, саляллаху алейхи вассалям. Мусульмане всего мира чтят в третий месяц лунного календаря. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, появился на свет в понедельник. В понедельник прибыл в Медину. В понедельник ушел в мир иной. В понедельник он установил камень хаджр, асфат в Каабе. В понедельник снизошел третий аят суры Аль-Маида, свод хадисов имама Ахмада и Хайсами. Жизненный путь пророка Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям, это кладезь мудрости и добродетели. Его окружение из верных сподвижников – пример единства и дружбы народа. Традиция чтить появление на свет пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, также объединяет верующих всего мира в этом прекрасном.